Так, leblabus.ru представляет крупный план. Мы просим навести оператора крупный план. Блин, конечно, здесь сейчас хорошо, чтобы я видел. Просто нужно показать, что острие, но это, наверное, отдельно потом фотография. Мы демонстрируем это, дорогие друзья, для чего? Чтобы вы знали, что мы делаем. Потому что в случае, если сюда придет не Владимир Владимирович, а вежливые человечки, то страна проснется и узнает, что, ой, был один человек, который знал, что такое электричество, и забыл. Вот трагедия, как говорит Ацыковский. Так и вот у нас, дорогие друзья, у нас вот загорится, заработает плазматрон. Если не прямой эфир, если бы не вы, дорогие зрители, планета никогда бы об этом не узнала. А вы в прямом эфире будете это все видеть. И даже если на следующее утро этих роликов не будет, вы, памятуя об этих сюжетах, которые сейчас вы смотрите, как мы это делаем, сможете у себя повторить. И мне видится, это будет являться залогом нашей безопасности. Наша задача – создание технологий, которые настолько просты, что их можно повторить в любой автомастерской. Сейчас автомобили – самая распространенная тема. Соответственно, любой автослесарный мастерской – можно будет изготовить то или иное устройство, которое будет в комплекте оборудования, чтобы обеспечивать потребности в традиционной сегодня электроэнергии. Мне необходимо запаять. Запаять, это называется на жаргоне соплями, жидкими соплями. Так, сейчас дистанционно мной будут управлять как биороботом. Что делать? Шприц сожми. Мы же вакуум делаем, а не давление. Так. Ниже шприц ставь, вроде жевать. Эту иголочку пошевели, может, воздух будет сходить. Нет, вы сначала попросили просто поднять иглу вверх. Я ее поднял, но пришлось очень плотно заткнуть. Вот. Сейчас мы устраиваем воздух и обратно вот так вот вытащим. Достаточно этой длины иглы с обратной стороны? Потому что здесь игла еще выходит не в широкий конус. Здесь можно будет потом поэкспериментировать с более длинной иглой, чтобы уже здесь получалось. Здесь мы как бы ограничиваем стенками. Вы уверены, что так надо делать? Не уверена. Вы экспериментируете. Так, хорошо, я выпустил воздух. Дальше что делаю? Сань, ну ты говорил, ты умеешь. Намазывай там все вот как следует. Чтобы вначале даже феном нагрей эту пластмассочку, чтобы она теплая была, а потом заливай. И так пойдет. Так, ну раз говорят нагреть феном, давайте нагреем феном. У нас есть фен. Куда? Зачем фен-то понятно? А как? Втыкаешь его шприц. Да не. Так. Это другая кнопка. Левую нажимаем. Потом выключаем. Так. Чтобы такая была эластичная, потом левая. А как мы поймем, как эластично? Рукой трогать, чтобы она... Рукой трогать? Да, на кончике. А может быть нужно вот этим тепловизором? Да нет. Хватит. Сколько советчиков. Он не выключается. Так, что делаем? Намазываем все? Вот так вот? Да. Шпи идеально. На ваших глазах появится кузница кадров. И скоро мы начнем в массовом порядке делать такие шприцы. Или вглубь тоже напихать надо? Конечно. Если получится.
еще лосось надо делать. И жирно тоже вокруг обмазать? Чтобы все схватило? Ну, кто об этом умалчивает, пока это неизвестно науке. А предыдущая модель была у вас первая? Нет, это уже пятый вариант или шестой. Угу. И, конечно, вы ничего не снимали. Конечно же, все снимали. Ну, в принципе, снимались. А как делалось? А там снималось? Хуже было все, там ничего не светилось у вас только. Так, ну что, давайте я готов... Ну, а, дай высохнуть. Высохнуть? Сколько? Не знаю, могу высохнуть. Да, ой-ой-ой. Стоп снят.